Ну, в общем, вот смотри, здесь было поле вот этой вот редиски. Она как сидрат была. Сейчас сделаю ямку и туда всю эту редиску. Вот эту вот можно оставить. Вот так вот закапываю. Ну, какую-то оставлю, конечно, на зеленый салат и зеленый смузи я делаю. И вот так вот все сюда заделываю и обратно закапываю. Это теплые грядки. Здесь у меня будут огурцы и помидоры. По краю будет еще редиска посажена нормальная, а то это была прошлогодняя, она не дала, видишь, никаких. Так вот убираю, в общем, все. И опять сейчас здесь делаю ямку, закапываю. И потом буду вот перегною у меня. Здесь перемешаю землю с перегноем и буду сажать. Буду показывать вам, как буду сажать питомник Лина. Нижегородская область, Володарский район, Маяковского 7. Приходите к нам за рассадой, за кашпо. Вот такая лаванда есть.